Чудесный, пока еще февральский денек, на улице минус 2, солнышко, голубое небо, и мы выбрались, пока еще не как по традиции, но просто выбрались покататься на снегоходах. Достаточно распространенная забава для канадцев. И вот тут импровизированный пикничок на этих боевых лошадях. Да. Куда едешь? Плюс, пока не попробуешь, не узнаешь. Да, давай, седлай. Убирайте свою жратву. Люди тут за адреналином приехали. Да ладно, дома покушает. Да, покушает дома. На самом деле это видео будет видеом опровержения предыдущего видео, которое называлось «Крик души». В тот день было достаточно тоскливо, а сегодня совсем другое настроение. Зима прошла, наступает весна, небо ясное, солнце красное, и жизнь, как водится, прекрасная. Да, гидрокостюмы одевают. Космонавтов. Я думаю, чтоб не выпал, завяжите, замотайте его скотчем, а то он из этого костюма выпадет. Очень хорошо, что по видео не передается запах марихуаны, который присутствует во всем. Если раньше был в Канаде свежий воздух, то теперь он стал еще свежее. Вернее так, он стал бодрящим. Он стал очень и очень бодрящим. Да, а не замерзнешь. Че, на перегонки будете зарубаться? Кириллович, больше 80 не гони. Не рекомендую. Давайте, как в крутых видео, как два братаны. Братана этими шлемофонами стукнутся. И со словами «Банзай» заседлать этих двух монстров. Давайте будем. Дайте мне женский лифчик. Я дам команду старт. Последнее напутствие тренера. 3, 2, 1. Гоу! Ну вот, родители остались ждать. На. Где цветы? Фанфары, аплодисменты ведущим гонщикам Канады и ее окрестностей. Ваше впечатление, сэр? Подожди, я сейчас пикалку включу. Ой! Мощная штука. Ну все лучше, чем на компьютере стрелять. Ну да. Если пулемет сюда поставить, то вообще классно, представляешь, на скорости 70 из пулемета, как всех дал. Кирюш, давай. Покупайте. Я готов, если ты откажешься от компьютера, стрелялок, я готов такой агрегат купить. И мне тоже это понравилось. Ну, по коням. Не, ветра лучше не надо никакого.